По инициативе отдела по делам молодежи и туризма муниципального образования город Хасавюрт в школе номер 14 провели встречу учеников с успешными спортсменами разных направлений. В качестве приглашенных также присутствовали работники администрации управления образования и представители духовенства. Основная цель регулярных бесед с молодежью – это духовно-нравственное воспитание. В предоставленном слове один из участников диалога, чемпион мира по смешанным единоборствам Курбан Ибрагимов, сказал, что в современных условиях для молодежи есть масса возможностей реализовать себя и достичь определенных целей. Но при всем этом главными путеводителями по жизни для своих детей должны быть родители. Слушайте своих родителей, потому что вам родители ничего плохого не пожелают, потому что каждый родитель хочет, чтобы у них был хороший, умный и послушный ребенок. Поэтому все будет хорошо. Регулярные встречи молодежи с людьми разных сфер деятельности дают положительный результат. В ходе беседы юноши и девушки узнают для себя много нового и интересного. Чаще всего это помогает сделать определенный выбор в жизни, который, в свою очередь, может сыграть ключевую роль, отметила в своем выступлении исполняющая обязанности начальника по делам молодежи и туризма Айша Татаева. Вы знаете, каждый человек, каждый ребенок рождается способным. Но эти способности в себе нужно развивать обязательно. Кто-то способен, наверное, к точным наукам, кто-то к гуманитарным наукам, кто-то расположен к спорту, к художеству, к пению, к танцам и так далее. Но мы ни в коем случае в себе, вы, ребята, не должны замыкать эти способности. Ваши учителя, которым огромное спасибо, проводят большую работу с вами, выявляют в вас эти таланты, развивают, пытаются, по крайней мере, это сделать, ваши способности. Вы должны этому способствовать, не уходить. Вы даже не представляете, какой силой, какими знаниями, какими возможностями на сегодняшний день вы на самом деле обладаете. Также перед собравшимися выступил директор спортивной школы имени Мавлита Батырова Абакар Абакаров. Беседуя с юными участниками встречи, подчеркнул о том, насколько важно повышать уровень знаний, регулярно всесторонне развиваться и уделять внимание физическому здоровью, заниматься спортом. Знаете, тысячи ребят прошли через мои руки. Каждый друг на друга не похож. Это вот как пальцы на кисти руки, все разные. Есть кто сильный, есть кто лидер, кто вожак, кто атаман, а есть более слабые ребята. И вот эти сильные ребята, они должны помочь, протянуть руку помощи. По завершению беседы руководство школы поблагодарило приглашенных гостей за нанесенный визит и интересную беседу. Инициаторы встречи подчеркнули, что современная молодежь подвержена влиянию в большей степени сети интернет, откуда поступает разного рода информация. И поэтому необходимо призывать детей быть внимательными, научиться правильно использовать средства и возможности, которыми они обладают, с пользой проводить свое время. Бика Сулейманова, Тагиб Магомеднабиев, информационная программа «Пульс».